Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Ки, и мы сегодня мы играем на Родина РП Центральный Округ. Мы здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить мой ник при регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, как поняли, у нас будет новая серия. Я решил поехать продать свою Теслу, потому что нужны бабосики, пацаны. Нужно делать контент, поэтому... Контент надо делать с деньгами, пацаны. Поэтому я принял решение продать свою Теслу за 3 миллиона и поехать в казик, попробовать поднять денег. Так, давайте попробуем продать ее за 4 миллиона. Все, я за 4 миллиона, в принципе, ее выставил. Она у меня полностью ФТ. И я думаю, как бы это вполне себе адекватная цена. Вот мне интересно, какой пробег у него? У него он продает за 5 лямов, я продаю за 4. Ну, бля, я не хочу ее за дешман продавать. Это по-любому перекупы, потому что, ну, здесь, бля, 90% людей перекупы. Если ее продам по дешману, типа, ну, это будет хуево. Там чувак хотел купить у меня ее за 3,8, но он куда-то ушел. Как бы ниже 3,8 не хочу опускать, понимаете? Мне тоже как бы бабки нужны. Чувак у нас за 4,9 продает, он 100 тысяч скинул. А я уже 200 тысяч скинул, поэтому, если хотите, покупайте, ебать. Меня зафризило, блядь, я не могу двигаться. Алло, блядь, что за хуйня? Давайте какую-то анимку включим, я не знаю. Во, все, меня расфризило. Итак, пацаны, у меня есть 3 миллиона 900 тысяч, поэтому можно спокойно взять и поехать в казино. Так, пацаны, я прилетел уже в казино. Залетаем, сейчас обмениваем 3 миллиона на фишки. И просто сразу будем играть. 3 миллиона у нас есть в распоряжении, чтобы поиграть на эти деньги, в принципе. Так, давайте залетаем сюда. Посмотри заявки. 5 тысяч втроем, залетаем. Так, 3-1. 6-2 очку чуваку упадает. 2-3. Я проебал. Заебись, сука. Реально уже побит от этого казино. 2 недели, блядь, сюда не ходил. Все равно, сука, прихожу и сливы, блядь. Ебал я просто в рот. Реально, просто у меня горит уже. Меня уже заебался бабки сливать, понимаете? Я уже заебался. Реально деньги сливать. Блядь, никто не создает. Давайте я создам вдвоем, нахуй, блядь. Потому что пока не яйца нахуй начухают, это пиздец будет. Ну, блядь, конечно, конечно. Нахуй мне деньги нужны, блядь. Уже минус лям просто на ровном месте, блядь. Пиздец, блядь, как так вообще можно играть? 5-2. 5-1. 6-1. Ничья. Ну, хоть что-то, блядь, радует, потому что у меня уже пукан реально горит просто. Так, залетели чуваки. 4-6 упадают. Отлично. 1-6. Хорошо. 5-3. Отлично, я выиграл. Но я, блядь, до сих пор не в плюсе. Сколько у меня фишек? 30 тысяч фишек. Я, получается... Не в плюсе, не в минусе, короче. Так, на 1000 втроем. Давайте, ладно, сыграем для разогрева, в принципе. Нам все равно нечего терять. Ну, 6-5 чувака упало, это все, это габела. Ну, хотя бы на 1000 играли, а не 5000 фишек. Так, давайте создать заявку 5000 еще раз втроем. Возможно, мне еще раз повезет. Хотя, скорее всего, нет, но давайте попробуем. 5-6, нихуя себе. 3-3. Да, я выиграл, пацаны. Я выиграл уже лямчик. Я уже лямчик поднял. Да, у меня 4 миллиона почти. Окей, хорошо, играем дальше. Втроем, давайте залетим. Так, 3-3, пожалуйста, пусть ему хуйня какая-то. 5-2. Пожалуйста, пусть мне 6 выпадет, блядь. И выпала хуйня какая-то. Ну и пиздец, блядь, ну серьезно. Мне еще одну ставочку завинить и все, я могу уходить отсюда. У меня будет 5 лямов. Но нет, блядь, конечно же я не завиню. Потому что, блядь, я неудачник. Потому что мне в казино никогда не везет, да? Втроем залетаем еще раз. 5-2 ему упадает. Понял. 2-6. 4-1. Ну, конечно, ебать, нахуя мне нормальные ставки, блядь. Сука, реально кумарит, блядь. Как это так работает вообще? Я не понимаю. 4-4 упадает. Угу. 4-3. Да. 5-2. Победил я, заебись. Хоть что-то меня, блядь, радует в этой жизни. 44 тысячи фишек, понял. Так, давайте создать 5000 втроем. Еще раз создам. Потому что мне почему-то не везет, когда я играю на чьей-то ставке. Когда я сам создаю, мне как-то больше везет. Пожалуйста, можно завинить? И будет все охуенно просто. 3-1. Пожалуйста, пусть какая-то хуйня ему выпадет. 5-2. Есть! Все, пацаны, я ухожу. Наконец-то, пацаны, мне крупно повезло. Я приехал, у меня было там почти 4 миллиона. Я поднял 2 ляма и ушел. Я считаю, я сделал правильно, потому что, ну, надо бабосики, пацаны, держать при себе. И лучше до талого не играть, потому что самая главная тактика в казино — это вовремя уйти.
Если бы я сейчас дальше продолжал бы играть, я уверен в том, что я бы все слил. До копеечки просто. Пожалуйста, держите себя в руках и просто умейте вовремя уходить. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.